Неделю назад порвала собака, я со своей гуляла, та выбежала из-за ворот, короче, накинулась, я спасала свою и чуть-чуть пальцы аж разодрала. Ну, короче, не знаю, в море соленая вода и очень хорошо раны зажили. Прекрасно, побыла аж до кости. Напасов, заходим ко мне в видосики, смотрим, там я есть. Вчера выставила, в субботу были пассажи, фотографии, без фильтров, без ничего. Заходим, смотрим. В полный рост. Это в шортах. Привет. Да, соль заживает раны. Кто не в курсе? Соленая вода лечит все раны. Вообще сразу же затягивает. Но это, конечно, кто не живет у моря, об этом элементарных вещей не знает. Любая царапина, ранка, всегда заходишь, сразу же затягивает. Облегчает сразу вообще любую боль. Слушай, я не знаю, мне еще в детстве родители говорили, я это, по-моему, блядь, больше 40 лет знаю, что царапина и сразу заживает в море. Тут, не знаю, какой-то, как это, альдельтарец, или как это слово, блин, ну, который на острове необитаемом, не альдельтарец, или как это слово, я забыла, короче. Позеленело, у нас волны поднялись и внесут водоросли, вот и все. Вот тут карман, тут такой пляж карманный, и поэтому сюда сейчас все несется. Ничего страшного, переживем. То, что водоросли в море же находятся, это вообще не страшно, это как раз нормально. А ваше возмущение вот ненормально, удивление, что море водоросли, ё-моё, а медузы, да вы шо? Нет, это море для вас. Конечно, это своя микрофлора и свой мир в этом море, прикиньте. С водорослями, медузами и чем хотите. Всем привет, привет. Ответь мой вопрос, девушка. Привет, Эстер. Привет. Какой вопрос? Продублируй. Не поняла. Пропустила, наверное. Это вот здесь и Черное море. Тела. Еще жива. Мой ответ всегда на этот вопрос. Еще жива. Спасибочки всем за лайки. Давайте, приезжайте. Осталось 2 недели. Потом почему-то сентябрь, хотя в прошлом году мы купались до конца октября. Вот я вообще в шоке. Сама не могу поверить такому счастью. Вообще оно такое чистое, уже знаете, вот такое вот градусов 20-21, вот такое вот прозрачное. Людей нет, уже все на учебах, на работах, гости разъехались, и ты вышла поплавать шикарно. Будем, подписывайтесь, будем с вами ходить и сентябрь, и октябрь на море. Сколько сможем, столько и будем. Меня Ирина зовут. Это Одесса, Черное море. Привет, привет всем. Вам сколько лет, люди? Ты прям у всех 300 человек спрашиваешь, сколько лет, и сейчас все тебе напишут, кому сколько лет. Кому 16. Кому тут 16? Где наши 16? Вот сейчас у нас вот как раз только вот до разъездов. У нас тут вообще в Украине больше нечем. И вот только вот ездить где-то купаться, вот сидим и думаем. Одно дело, когда ты живешь, вышел покупаться пару часов поплавать, а другое дело специально. Как-то не до этого.